взяли в армию в 80-м году. Был в Ашхабаде полгода в учебке. Потом попал в Афганистан. 180-й мотострелковый полк. Как раз служил вместе с героем Советского Союза Русланом Аушевым, героем Советского Союза полковником Евгением Высоцким в одном полку. Но полк постоянно был боевой, постоянно ходили на операции, рейды, как бы сказать, и помогали афганцам в Кабуле. Ну, с местными жителями были нормальные дружеские отношения. Помогали там как бы и они нам, чем могли, и мы им. Вот. Запомнился случай 3-4 мая. Попали в засаду под Кабулом. И трое суток были как бы чуть ли не в окружении вертолетом. Вертолеты там выручали нас, долбили горы нурсами. И вот когда вышли, уничтожили банду, вышли, ехали по дороге, вот маленькие дети там вынесли кумыс и лепешки. Вообще было так, ну такое, не знаю как, отношение было детей. Вот, вот. Ну потом, не знаю, в 82-м году уже демобилизовался. Служили как все. Была другая страна, и мы как бы были как за родину служили. И не думали, что там убьют нас, не убьют. Такой мысли не было. Выполняли свой воинский долг. Ну, спали почти все время с автоматом. 1.5 года. Автомат не выпускали из рук и под сумок из-под головы. Ну, так. Самое начало было Афганистана.